Как многие знают, ко мне подобавлялось очень много мужчин, которые меня смотрят. Не знаю почему, но, наверное, им что-то там нравится. Мужчины добавляются как ко мне на канал, так и в группу, в друзья. Но по большей части добавляются именно на мою страничку в ВК. Но именно зачем на страницу добавляться, я не понимаю. Но это дело каждого. И я все равно добавляю людей. Многие мне пишут личные сообщения, просто спрашивают, как дела. Просто куда-то приглашают, но это не значит, что я соглашаюсь. Пишут различные сообщения, но, знаете, есть, конечно, и другая сторона медали, то, что мне пишут их женщины. В основном это, наверное, девушки, потому что жены... В общем, не знаю. Женщины этих мужчин мне периодически написывают о том, что я якобы отбиваю у них этих мужчин, и я якобы сама к ним добавилась, сама им пишу, и все в таком духе. Я хочу просто сказать тем мужчинам, которые ко мне добавляются, угомоните своих девушек, дайте им уверенность, что вы не пишете мне с той целью, чтобы охмурить меня, что я ваша любовница, или у нас какие-то еще отношения. Женщинам, в свою очередь, навряд ли меня, конечно, эти женщины смотрят. Может быть, кто-то из женщин, которые меня смотрят, в подобной ситуации, либо иногда думают так о своих мужчинах. Будьте уверены в себе и следите за своими мужчинами. Не нужно никогда сетовать на женщин, которым ваши мужчины уделяют внимание, потому что в большей степени эти женщины не виноваты и этого не хотят, им это не нужно, потому что у них зачастую есть свой мужчина, свой постоянный ухажер, но тем не менее есть мужчины, которые не понимают этого, не хотят понимать, так же как и женщины, которые считают, что у них какая-то баба решила увести мужика, нужно следить за ним. Не следить по пятам имеется в виду, а присматриваться к своему мужчине, уделять ему внимание, чтобы мужчина не захотел никому написать сообщение, чтобы мужчина не захотел никуда уезжать от вас, никуда уходить от вас, чтобы у него даже мысли просто, понимаете, не было о другой какой-то женщине. А так как вы уделяете внимание чисто себе, своим подружкам, сплетням и вообще не пойми чему, ваши мужчины пишут сообщения другим женщинам.